Итак, кто что, а мы все еще продолжаем лепить вареньки. На, катай. Катай. Вот и мне уже тоже скучно. А что делать? Вареньки. Но. И не надоело вам, а? Может, ну, я строго смутный. Нудно. Что-то вы как-то это... Рад из мамы. Как-то вы лениво лепите. На, пик. Пик. Ну, раз вы лепите лениво, тогда давайте сегодня будем лепить ленивые вареньки. А? То что, ты ленишься, значит, мне нужно лепить? Ну давай, катай. Иди, папа. Бери тесто. Куда? Вон ту полосочку. А, полосочку. Окей. Да. Бери полосочку и теперь на нее. Да, все правильно делаешь. Балку, все. Очень правильно. Ой, шапку сняли. Ну, так, ты одной шапкой закончится. Шапочку нужно вернуть, а то как же без шапочки. Так, папа, ну поаккуратней, пожалуйста, будь. О. Во, отлично. Ага. И теперь мы сюда укладываем. Укладываем. Давай. Давай, давай. Укладывай сюда. Капуста. Капуста, что у вас фарш. Там сегодня, да? Капусточка, такой полосочкой, ну. Полосочкой, аккуратненькой полосочкой, пожалуйста. Поаккуратнее так будьте добры, за, пожалуйста. Давай, давай. Я сегодня не за кулиской, я сегодня шеф-повар. А что же надо шеф-повар? Да, шеф, 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 пожалуйста, шеф. Меня сегодня называйте. Шеф, побольше, побольше, ты что так это... Совсем мало так кладешь. Ты давай-ка побольше, побольше. Вот бобока. Так, да не ленись, не ленись. Накладывай, накладывай. Ложечкой, пожалуйста, накладывай. Будьте здоровы. Струбко. Будьте здоровы. Струбко. Так ты лепи, чего сидишь? За мокодоноса. Мокодоноса в падла? Падла. В падла. Как шнитка в компот. Пик, пик. Пик, 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 пик. Это раз? Так вот, а теперь мы все это дело скручиваем в рулончик такой. Того? В такой, да, вот примерно так, чтобы такой цветочек получился. Только покрепче, пожалуйста. Но чтобы при этом не вываливалась капустка. Папа, папа, не обе. Так, вот, хорошо. Под дверкой. Хорошо. Да, я сейчас покажу, где там остальные мои цветочки подеваются. Так. Так, супер. Папа, папа. Где же кивадный кинатор? О, так, кивадный кинатор. Мамы трши. И сразу будем лепить венцы. Колейно. Чуп. Так, ну как вы тут, мои ленивцы, без меня? Нормально ленитесь? Нормально ленитесь, да? Так, давайте, 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 еще. Балок, сжимай. Оп. Катайте, катайте, катайте. Супер. Давайте, давайте. Ну, балкой, балкой, балкой. Ну. Апчхи. Апчхи. Будь здорова, пожалуйста. Давай, Вера Дмитриевна. Справляйся, пожалуйста, с поставленной задачей от шефа. Бимка. Не надо меня пинать. Бимка, бимка. А, в смысле, я в будках на столе. Ой, простите, ну, пожалуйста. Так. Сегодня не буду больше в ботиночках на столе. Так, давайте. Вы без меня прям не справляетесь. Ну, помнишь. Вот. Так, теперь, пожалуйста. Это раз Вера. Пожалуйста, Веронка, помогай.
теперь, Верунька, давай накладывай. Да, супер. Фарш. Накладывай. Расходы фарш. Давай пальчиком. Пальцами так. Расходы. Фарш. Раскладывай пальчиками. Вот так. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Ленивые вареники, они же пироги польские. С капустом тоже не накидывается. Пироги. Пироги. Не, но ленивые пироги в Польше, это совсем не пироги. Это такие копытка. Сам копытка в России, или нет? Копытка. Клоцки. Есть такие, да. Вот это просто, их просто мешают. С капустой едят, да? Так. А мы без капусты, так мы с творогом мешаем часто. Есть такие твороговые. И еще тоже на воде купим. А с горы масалку с цукром. И часами буготрактом. Ура! Ну что, увидимся, когда закончим всю нашу работу. Когда приступим к варенью вареников. Верка, помогай, папа. Ай, до встречи. Папа. Тут, у камеры. Папа. 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 Мама пошла пироги лепить за куличком. А мы jesteśmy так głodni, że nie wytrzymaliśmy, nie? Biera. Bo tak też? Czy ty jest problem? Ty też? No. A gdzie za kuliczka? A już tam. Вареники доделывать. Так, что мы тут делаем? Так. А это кто? Он. Да. Так вот. Кот. Так, значит, вы продолжаете лениться, да? Да. Я, между прочим, не ленилась, а доделала вареники. Вот, посмотрите, какие. Давай, поставь. Вау! Идет? Да. Теперь нам нужно скипятить водичечку. С какой? Скипятить водичечку и залить эти варенички, если их можно назвать таковыми, кипяточком. Угу. Что будет дальше, я сама не знаю. Давайте посмотрим. А то надо кушать просто. Ну, видимо, да. Так что давайте встретимся, когда будем кушать. Угу. Ага. Ой. Так, ну вот, они уже кипят. Кипят, скоро мы будем их кушать. Да, мы сейчас их будем кушать. Ура! 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 Конечно, не идеальные получились, ну да ладно. Их. Топ. Все, приятного аппетиту. Эй!